Даже по поводу картины она сказала, что я рисую алкашей. Вот сейчас покажу. Для нее это просто алкаши. Но я не рисовал алкашей. Неужели я не смогу найти человека, который меня поймет и будет относиться ко мне с пониманием, что после тяжелой работы я выпиваю, и я не выпиваю в первый день работы. После тяжелой работы, поистине тяжелой, мне угрожают за то, что я выражал свои эмоции на улице, где никого нет, но я хочу найти людей, с кем я мог бы быть самим собой. Кто бы не осуждал меня. Кто бы не осуждал меня. Меня осуждают подписчики. Меня осуждают бабушка и те, с кем я снимаю. Те, у кого я снимаю, жители. Моя жизнь очень скучная. Единственное, что дает радость моей жизни, это панк-рок, поп-панк, мидвест имо, пост-хардкор, скримо, имо-вайленс, эмо-кор, плацебо. Я понял, что мое лучшее состояние это когда я выпиваю и слушаю эмо-музыку. А когда я работаю и прочее, ем, готовлю еду, стираю одежду, это один человек, а это второй человек. Я хочу найти тех, кто меня поймет, не будет осуждать. Вчера был реально тяжелый день, очень тяжелый день. 1 сентября, воскресенье, Wildberries — это максимально нагруженный день. Я здесь как в темнице загнан, ограничен. Я не могу делать то, что я хочу. Даже, я не знаю, вот просто эта бабушка меня упрекает в том, что я готовить-то не умею. На самом деле я просто боюсь выйти на кухню, где она живет. Запрещают мне пить подписчики и разочаровываются во мне люди. И бабушка угрожает уголовникам. Когда
когда я выражал эмоции, я вот выложил видео на YouTube. Это был я, возможно. Я не знаю, может и не я. Но это был не тот робот, который улыбается и говорит стандартные фразы и выполняет стандартные вещи на пункте Wildberries 14 часов в день. Можешь понять меня? Если ты можешь принять меня таким, какой я есть, то я с тобой. То я с тобой. Я хочу слушать эмо-музыку, сидя с тобой. И быть в безопасности. И знать, что это все никому не мешает. Может быть, мне блоги снимать, таким образом стримы, но YouTube закрыли. YouTube задушили. Мы живем в непростое время. Единственное, что дает мне какую-то радость в жизни, это панк-рок, эмо, музыка, моя музыка. Это все.